Всем добрый вечер. У нас уже вечер. Ребята все у меня пришли со школы. Еще должна Катя прийти с танцев. Она уехала на танцы, так как она занимается. Хотела рассказать вот что. Я тут у нас Света собирается ехать. Света, куда ты собираешься ехать? Нет, а как это называется? А, в Пингвин. Батутный центр или что это? И собирали денежку, я за Свету уже заплатила, она поедет вместе со своим классом. Это ей будет такой подарок на 8 марта. Насчет остальных пока никто ничего не говорил, что куда-то кто-то едет или что-то в этом плане, ничего. Так, в целом, чем я сейчас собираюсь заниматься? Я поставила воду на суп, воду макарошки отварить. Киса, ты уже опять у меня на ногах. И... ленивые голубцы, да, сделать? Кто бы сомневался. Дети просят ленивых голубцов. Значит, будем готовить. Здесь у меня вода стоит на макарошки. Здесь у меня на суп. Там куриные ножки. Несколько штучек. И бедрышко. Здесь воду поставила согреть, чтобы посуду помыть. Ладно, готовим. Так, я уже начистила и натерла морковочку, также картошечку нарезала. Сейчас хочу сделать салат. У меня есть один огурчик, зеленый лук тут немножко осталось и редиска. Так тогда и не сделали, не захотели они тогда такой крабовый ели. Поэтому сейчас сделаем из этого. Пекинская капуста еще есть. Сделаем салатик с вами.
Вот такой, дорогие друзья, мы сделали с вами витаминный салатик. Надеюсь, получился очень вкусный. Я попробовала, хотя мне это нравится. Я такие люблю. Дети тоже у меня такие любят. Поэтому всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Пока я готовила, знаете, что у меня было? Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, какой у меня попугай. Чудо. Чудо. Васька. Ну покажи свою моську. Сонная эта тетеря. Это вот такой вот у меня попугай. Постоянно на мне сидит. И постоянно с этой стороны на шее. Где у мамы болит, там и сижу, скажи, да? Он мне так настроение поднимает, да? Да ты меня любишь, я знаю, что ты меня любишь. Васька. У него новое имя, Вася. Да? Вася. Так, дорогие друзья, я сварила уже макарошки. Здесь у меня варятся ленивые голубцы, и суп почти уже доварился. Так что готовим дальше. Мясо, что я сегодня брала копченое, дети почти все съели. Завтра надо будет опять купить. Детям очень понравилось. Завтра постараюсь еще взять кусочек. Там у меня Егорка носит дрова, да воду, да всякое такое. Поэтому не буду его снимать. Ну, а так в целом все нормально. Дорогие друзья, не плетите сплетни. Рака у меня нету. Ну, я так надеюсь, что нету. Так что сдам анализы, потом я все вам расскажу. Пока я сама не утвержусь в диагнозе, который мне поставят, я никому ничего рассказывать не буду. В целом, я себя чувствую более-менее нормально. Я не умираю пока. Так что живем весело и радостно. Каждый день какие-нибудь новые приключения. В целом все нормально. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Спасибо всем, кто заступается за меня. Ну вот пока просто я не хочу вводить заблуждение и ничего не буду говорить насчет своих диагнозов, которые мне поставили по УЗИ. Да, расстроилась, да, в шоке. Но я надеюсь на лучшее. И все будет хорошо. Вкусный рисовый суп готов. Осталось приготовить только ленивые голубцы. Так, дорогие друзья, приготовила ужин. На ужин будут рожки с макарошками, плюс салат все положат, плюс там Егор сказал имбирь, да, еще ты не доел. Короче, кто что захочет, тот то и ест. Всем приятного аппетита! Всем добрый день, дорогие друзья, у нас уже день. Почему день? Потому что я сегодня как уехала пол восьмого из дома, и вот только сейчас приехали мы с Оксаной, а время уже 2:00 дня, представляете? Целый день по городу, целый день по больнице. Но об этом я вам расскажу попозже, сейчас покажу, что я купила. Так, ну давайте в первую очередь по заказу. Вот это вот меня заказывала подруга, знаете, в чем прикол? Вроде один и тот же сайт, Валберес, да? Цены, вот у меня, так как я уже давно им пользуюсь, скидки уже свои образовались, да? И на 40 рублей дешевле были, чем она со своей страницы смотрела. Поэтому мы заказали у меня. И также мы на пробу заказали вот такой вот корм котенку. Посмотрим с высоким содержанием домашней птицы. Посмотрим, понравится ему или нет. Дальше. Сегодня я покупала учителю букет. Картинку я вам тоже вставлю, какой я подарила учителю букет. Очень красивый. Там 11 розочек, плюс цветные веточки, плюс красивая упаковочка. Дальше. Что купила? Две булки хлеба купила. Взяла вот такие Рафаэлка. Пока не буду говорить, для чего надо. Но вот надо будет. Они мне нужны будут, короче говоря. Дальше. Оксана у меня просила блеск для губ. У нее постоянно обветриваются губы. И Машеньке надо было. Вот я Оксаночке купила вот такой блеск для губ. И Машеньке блеск для губ. Дальше у нас дома закончился кетчуп. Сын сказал, мама, купи. Купила. Купила кукурузную крупу. Мне нравится каша кукурузная. Вот взяла пачечку кукурузной крупы. Дальше после анализа мне надо было что-то перекусить, но я так и не перекусила. У свекрови заходила, чай попила, не чай, а кофе, и вот брала вот такие вот йогурты, пусть лежат, да, ну хорошо. Потом вот такой вот какой-то
соус взяла острый, не знаю, острый, не острый, но вот у меня ребенок любит есть, поэтому взяла. Кофе взяла, это я заходила к свекрови, купила, да, кстати, сегодня коробку конфет свекрови в честь 8 марта подарила. И вот кофе себе брала, там пакетик выпила, 3 с собой взяла. Это я взяла открытку, 8 числа съезжу свою крестную поздравлю. Вот такая вот открыточка с поздравлением. А тут недалеко живет, вот поздравлю ее. Дальше, это я хотела попить, тоже так и не попила после больницы. Совсем забылась. Дальше потом вот эту вот упаковочку салфетки взяла, потом объясню, для чего они нужны будут тоже. Пикантные хлебцы хрустящие, без сахара, без дрожжей взяла. У меня девчонки тоже стали сухарики такие есть, как и я. Также в фикс-прайсе свой любимый зеленый чай взяла, 2 штучки. Увидала вот такие вот шарики для ребяткам в честь 8 марта. Дома будет надувать, играть. 10 шариков и насосик. Дальше мы увидели с Окси вот такие вот мармеладки вкусные. Ни разу такие еще не пробовали, да, Оксана? Мы взяли всем деткам попробовать на пробу. Посмотрим, скажем. А здесь у нас... Это я сегодня заходила, когда покупала букет. Ну, для учителя. И мне подарили вот такую вот мимоску. Сейчас я вам покажу. Открою, достану и покажу. Ой, ее прикрепили. Вот такая вот мимоска. Сейчас ее поставлю, пускай высохнет и будет дома пахнуть. Слушайте, она так вкусно пахнет. Приятно. И сейчас расскажу, что у нас обстоят с больницей. Это что, твой клубничный? Ой, как клубничкой пахнет вкусно. Дорогие друзья, сегодня я сходила, кровь из вены сдали, приношу свое извинение за свой вид, но утром некогда было себе марафет наводить. В целом, сказали 2-3 недели ждать, потом буду к эндокринологу записываться. Сразу говорю, рака у меня нет. Ну, я-то хочу. Хотя у нас породословная рак есть. Рак был у моей бабушки, которая сейчас живет в Абакане. У нее был рак груди. И породословная, по-моему, у ее прапрабабушки был тоже рак. Но в целом, помните, мы проходили с Машей комиссию. И я попросила, чтобы ее проверили по астме. Врач назначил нам по астме специальное исследование. Мы прошли, она потом отправляла в Пермь специалистам. И специалист ответил ей... что надо Машу привезти в Пермь в течение месяца. И поэтому нам врач назначил платный анализ. Ой, где он у меня сейчас? Так, иди погуляй, то она постоянно на меня лезет. И я сегодня заходила, узнавала цены. Вот мне на 3 цены сказали, а на 4 еще не сказали. Ну, сказали, может, во вторник будет специалист, и тогда мне скажут. Ну, вот если 3, один 410, другой 340, третий 340, ну, четвертый неизвестно. Сказали, наверное, скорее всего, будет в пределах этого, я точно не знаю. Ну, короче, 2000 мне надо отлаживать на анализы. Вот, считайте, 3 это уже 1000. 400, 300, 300, 410, 340, 340, это уже 1100. Четвертый не знаю, как будет. Если нет, то придется в Соликамск ее везти и там сдавать, и потом мне надо будет ехать на прием в Пермь к аллергологу. Пульмонолог, аллерголог. И также сегодня у меня Маше выписали пульмибут. Это пульмикорд по-другому, чтобы она дышала ингалятором постоянно. В течение месяца сказали дышать. Поэтому вот такие вот у нас новости. А так в целом все нормально. По поводу меня пока вот анализы сдала. Жду результата анализов. Хотела нынче ребятам на 8 марта праздник устроить. Но теперь я понимаю, что никакого праздника не будет. Я отложила 2000 на праздник. Но сейчас мне получается, что нам во вторник надо уже кровь сдавать. И эти 2000 у меня уйдут Маше на анализы. Поэтому никакого у нас праздника не будет. Нет, постараюсь, конечно, хоть какие-то малейшие подарочки девчонкам сделать. Потому что, ну, без подарков тоже будет им тяжело. А так, в целом, у нас все нормально. Надеюсь на ваше понимание. Ладно, я сейчас налью себе кофе, попью. И будем чем-нибудь заниматься.